Всем привет! Это наша любимая игра «Родина». И что ж, сегодня суббота, давайте вместе поиграем. Кстати, не забудьте забрать подарочек в сообществе, там, по-моему, сегодня клепка. Клепок много не бывает. Так, кстати, как у меня с этим делом? А, мне нужны гвозди и шифер. А клепок, наверное, мне надо еще... Ого-го-го, сколько бы мы только... Да, это еще... Зайца собирать и собирать. Наша битва. Очень долго грузится. Ну, когда-нибудь загрузится. Так. Прогресс идет. Ну, как-то делает задание. В принципе, все начали делать задание. Все, кто участвует в битве, 1-2 хотя бы уже сделали. Хотя, в принципе, в этот раз мы где-то далеко-далеко сзади стоим и машем флажком. Мы здесь, но нас никто не видит. Почему? Все просто. Мы на 9-м месте. Печалька. Ну, 9-е. Нет, уже 7-е. А мы вообще герои тогда. Но все равно где-то там сзади, далеко-далеко. Первое место в этот раз сколько? Тону. Нам это не грозит. Навряд ли. Ну, зато 15 будет точно. И хоть так хорошо называется. Так, давайте немножко погоняю машинки. Мне там уже... Ну, это я не хочу, это я туристам держу. Потому что-то я такая жадная сегодня по машинкам. Так, тут у нас еще сколько? Еще 8 минут. А я пойду пока проведаю своих туристов. И, кстати, надо отнести мяско. И относить жалко. Мне надо мясо для панд. А с другой стороны, мясо мне сейчас очень надо, чтобы делать эти задания. И вот я теряюсь, можно сказать, в догадках. Панды могут подождать. А мясо делается редко. Видите, почти везде, но нет, тут молоко, вот тут мясо. Тут мясо. Два мяса. Туристов проведу, и то дело. Так, туристы, встречайте. С ковровой дорожкой, с цветами, с музыкой. Я иду. Ту кормить не буду. Не будете встречать. Ну что, встречают? По-моему, они не испугались. Закаленные. Ну? Закаленные временем. Месяцами не кормлены. Шучу, конечно. И? Не, ну реально. Ну хоть кто-то один стоит. А, не, не один. Что дают? Меня топором запустил. Говорит, что редко приходишь? Это сюда, это сюда. Бежит, бежит, бежит в лавку, спешит, аж переворачивается. Ладно. Раз пришел, получи. О, и тебе дам. Я, кстати, ставила вроде печенечко делаться. Оно, наверное, уже готово. Платьечко готово должно быть. Сейчас надо пойти проверить. Все, все. Ладно, пойду посмотрю, что там печенье с платьичком. С блузочкой. Готово или как? Да, блузочка точно есть. Сегодня до него хватит места. Ай-яй-яй. Кстати, три галстучка. Да ну. Сегодня прям все туристы будут довольны. Пачка поставим, заберем, отнесем, обрадуем, скажем, девушка, переоденьтесь в праздничку, ну и блузочку. О, чемоданчик, плохой ящичек нашла, прокованный, без ключика. Так, а мне еще надо три штуки. Опять все готовятся к
параду на 9 мая. Галстуки заказывают. Печенье еще, печенье. Ой. Ладно. Ой, так я еще могу туристов пионерить. Обратите внимание, у меня 38 из 42. Я только вот недавно пионерила. Через сколько можно в следующий раз? Кстати, я улучшила, я могу, по-моему, 5 человек сразу уводить. Легко так. На полном автомате. А, еще 2 часа. Скорять никто ничего не собирается. Мы подождем. Через 2 часа. А если раньше времени появится яхта, то никого мы и не спионерим. Да. Отменяется. Был шанс. Так, ладно. Давайте дальше к нашим хрюшкам вернемся. Три. Как часто они нас балуют? 4 часа. Хотя, в принципе, мне кажется, сейчас отнести мясо своим пандам. Если что, поделаю с молочком, а потом поделаю другое. Все равно то и то надо, правильно? Ой, 13 мяса. Да, это я вообще жадина. Жадина говядина. В данном случае свинина. Так. Сколько тут надо? 8. Только что вот так нельзя. Хоп, нажал, и до свидания. Было бы, кстати, очень удобно. Не бегать туда-сюда. По островам. А типа доставка. Поехали. В следующий раз. Раз, два, три, четыре. Домой. Теперь к нашим коровкам. Так. Хрюш накормить, коровок накормить. Столько делов. Что, нету места, да? Прям так плохо все. Сейчас посмотрим. Ой, тут нам кораблик новый пришел. Хотим мы его или нет? Сейчас проверим. Конечно, не очень. Походу, мы его вообще не хотим. Не хотим. Не хочу я такой кораблик. Не так он сколько сухариков, если сейчас свои орешки поотдаю. Куплю, тоже неизвестно. Что-то хорошее есть. Пруд возьмем. О, все, нет места. Можно туда больше не заходить. Так. Соберите. Соберем сейчас, все соберем. Так. Что-то поставить. Только вот что? Это вопрос. Надо 2 места для того, чтобы поставить кильку. А здесь килька большая, да маленькая. А места нет. Я в курсе. Я догадывалась. А сколько места? Лови не хочу называется. Еще раз лови.
И снова лови. Сейчас поставим. Так, две рыбки. Ой, тут даже такое что-то интересное будет в 83 уровне. У меня еще далеко-далеко до этого, к сожалению. Так, это мы поставили. Так. Ой, дождалась масла. Я ж хотела поставить тортики. Такие. Или такие. И те, и те хотела, если честно. Поставим пока что есть. Так, тут все еще занято. У меня катастрофическая нехватка масла. Так, это мы сделали. Ой, чего-то я вас не покормила. Вообще несознательная. Ну, вообще. Так, о, опять выпал колышек. До улучшения еще долго будешь выпадать? Да ну. Там минимум у меня 19. Это еще. Ого-го, сколько. Что-то мне как-то сегодня игра подтормаживает, чуть-чуть, мне кажется, после последнего обновления. Как-то они все это плавно, медленно делают. Есть. Все. Всех накормить. И печенье поставить. Я туристу обещала печенье. Собираем аж два. Какая я щедрая. Так, сколько вакантного места у нас? 5. Ой, кашка созрела. Так, что еще? Ладно, сейчас это поставлю. И пойду гулять к соседям. Кстати, у нас сейчас много участников. Наших четверо. Нужна помощь. Это наша девочка. Марьяна. Привет. Ну как вот везет человека столько свободного места. Два кустика тебе полили. Все. Ой, нет, у меня такого не бывает. Владимир. Ну, что там Владимир мне с ним остается в помощи? Ему помощь нужна всегда. Даже когда не нужна, все равно у меня остается в помощи. Я практически захожу, конечно, поливаю. Ну вот кораблика я вот ни разу не наблюдала у него в помощи. Просто, видать, не попадалась. Владимира. Яна. Так, Яна. Чемоданчик у нее бракованный. Ключик мы не подобрали. Кораблик у нее какой? Фирменный? Фирменный, с таким мороженым. Неинтересный, скажем, кораблик. Так. Из 8. Даша. Наша. Наша Даша. Что надо нашей Даше? У Даши, как всегда, скорее всего, это куку стоит где-то спрятанная.
Вот не люблю, когда вот так ставят, чтобы когда не видно, где. Наша Даша играет в куку. Куку, Даша. Ладно, Александр. О, вот это я понимаю. Зашел, увидел, победил. Так, ну и корабль посмотрим. Ну, да, у меня есть это. И сейчас куплю. Я тебе и помогу еще и хорошкам. Ну, ты если куплю, конечно. Ой, стеклышко хочу. Стеклышко уже кто-то купил. Жаль. Ну, я пыталась. А хлопок тоже купили. А все какие-то жадные, я не успеваю. Хлопок. О, я успела. Все видели? Я успела, успела, успела. Еще раз успела. Там, ну, я себе столько хлопка накупила. Ладно, пошла дальше помогать. Павел. Павла у нас. Мороженое есть. Бомбичек в стаканчике. Так. Чем тебе еще помочь? О, я еще нашла. Чем тебе помочь? Олег. Олег. У него есть кораблик с яблочком. Ой, какая красивая киса. Беленькая. Валерия. Ладно, мы от нее не нашли чем помочь. Мы сейчас еще подходим к Мише. А если что, потом вернемся к Валерии и посмотрим, где все-таки ей полить. Ага, Мишки помогли уже, да? Без нас обошлись. Ладно. Идем обратно к Валерии. Ну, подсказывайте, где поливать. Ой, я точно увидела. Все. Мы прям чемпионы по поливу. Да я пойду у нее поищу чемоданчик. Ну, там где-то среди туристов. Турист уезжал, чемоданчик оставил. Говорит, Лена, приходи, забирай. Я говорю, для тебя. Вот он, видите, я же говорила, я ж не шучу. Ну, видите, он с веревкой. Турист оставил у Валерии. Добрый турист. Так, теперь на мой курорт. За чемоданчиком. Ну, до пары. Ну, что, где у меня чемоданчик? А мне мои туристы не оставили. Какие-то жадные. Экономно жадные туристы. Я так не играю. Надо майонез поставить, кстати. Печенюшку я поставлю. Ой, а это что же надо поставить? Так, я домой. Я все ставлю. А видео мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания.